уровень, а поскольку итальянцы играют... Подождать, пока ошибутся соперники. Да. Они играют со всплесками. Мурило тоже ошибается. Могло, конечно, показаться, что Кей зацепил этот мяч. Но я думаю, если будет повтор... Вот, смотрим. Нет, далеко от рук блокирующего прошла эта атака. 16-13. Технический перерыв, второй. Не попал по мячу. Он так вроде бы делал завершающее вот это движение. Здесь еще и Фей чуть-чуть все-таки пролетал направление этой атаки, поэтому не коснулся.